Нет, никаких интеграций, никаких объединений, ни политических тем более. И вообще очень плохо, когда в нашем правлении сидят люди-иностранцы, понимаете, это вообще неправильно. Да, мы привлекали раньше немцев когда-то при царе Горохе, но собирать вот этот весь бомонд по всем республикам совершенно ни к чему. Я говорю, у них совершенно другой менталитет и так далее. Пусть экономически мы можем сотрудничать со всеми, ради бога, и только и надо сотрудничать экономически. Больше-то какой смысл? Ну зачем? Люди должны дружить только на основе экономической взаимовыгоды. Мы вам поставляем свистки, вы нам там поставляете покрышки, понимаете? И вот там, и так далее, и так далее. То есть именно такая интеграция, она более, так сказать, она как в часовом механизме связывает государство. Как только начнутся вот эти интернациональные игрушечки, вот эти вот на национальных интересах игры, точнее, да, начнется противостояние, начнется ненависть, начнется вражда. Понимаете? Потому что, ну, вот мой дом, твой дом, это то же самое, как жить в коммуналке или в частной квартире. Вроде все живут в одном доме. Но есть коммуналка, где все ненавидят друг друга. А есть раз соседи, вот я с коммуналки, мы не любили друг друга. У меня был сосед-алкоголик, да? А сосед, сейчас я живу с соседями по площадке, у меня замечательные отношения. И мы как раз экономически помогаем. Я могу зайти, постучать, взять у нее огурец. Она может взять у меня помидор, и когда ей надо. И может посмотреть за моей квартирой, закрыть, подержать мои ключи, я даже оставляю. Вот такое должно быть содружество в государствах. Но не более, но не ломать стенку.